Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас с вами будет душ-пюре. Дальше здесь сметаночка и, конечно же, кофе с фруктами. Давайте приступим. Сегодня у нас с вами будет немножко негативное, наверное, видео. Я бы хотела высказаться. Возможно, я всех уже достала, но, блин, мне так не будет проще, если я не выскажусь. В общем, вы знаете, что я... дурочка, да, выставила видео в Инстаграм с макияжем. Так вот, некоторые написали конструктивную критику, что где-то что-то я делаю не так, я здесь полностью согласна, кто-то там написал, что тон мне не совсем подходит, потому что он для сухой кожи, а я сейчас пью таблетки, и у меня он как бы ложится не очень. Здесь я полностью согласна, то есть я не обижаюсь на подобные комментарии. Но когда... взрослая женщина, которой 50 лет. Я ее фотографию выложила в инстаисторию. Потому что по-другому бороться с такими людьми, которые пишут везде всякое г, невозможно. Человек пишет, ты говорит, обезьяна. Все кавказские национальности это обезьяны, не знаю. Там живут в России. Причем я. Я что, живу у тебя там в России? Человек явно не в адеквате. То есть видно, что человек просто хочет оскорбить, как-то обидеть. Не видно, что человек прям конкретный нацист. Тут, значит, меня начинают защищать мои любимые подписчики. Я вас всех очень сильно люблю. Я всех пролайкала. Вот. Спасибо вам за поддержку. Мне, честно, безумно приятно. И она, короче, начинает. А вы что, ее адвокаты? Начинает там с ними ругаться. Не знаю, там конкретная переписка, взрослая женщина, ей 50 лет, ну вы по фотографии, наверное, поняли, что это не ребенок. Сидит там, переписывается с девочками, с которыми она в возрасте, своей внучки. Конечно же, человек не может аргументированно сказать свои мысли, сразу переходит на личности. Знаете, что я поражаюсь? Обычно такие люди, которые пишут всякую хрень, они пишут с левых аккаунтов. А здесь у нее фотография ее стоит. Вот у меня сразу вопрос к ней. Ирина, да, вас звали? Вот, Ириночка, вы не думаете, что вы можете попасть кому-то в историю? Ладно, в мою историю вы попали. Вы пойдете там, не знаю, Бородиной напишите какую-то фигню. Так вы на всю Россию станете популярной. На первый взгляд посмотришь на эту Ирину. Похоже на доброго, светлого человека. На улице бы встретила, подумала, какая милая женщина. Кто просто может подумать, что она обливает грязью в интернете незнакомых людей. Причем людей намного младше ее. Вы в возрасте моей мамы, и вам следует следить за своей речью. Откуда столько негатива, я не понимаю. Так вот и хочется ей подколоть человека, сказать что-то неприятное. Например, девочка пишет мне про брови. Что у тебя неаккуратно и так далее. Надо вот так, вот так, вот Айка, не обижайся. Вот такие вот у тебя недочеты. Захожу на страницу. Действительно, девочка, она профессионал. Она мастер по бровям. На такого человека разве можно обижаться? То есть, другое дело, тебя называют обезьяной. Тебя оскорбляют, оскорбляют твою национальность. Но это вообще, это, ребят, никуда. Как только я выставила ее
фотографию в историю, не написал ни одно оскорбление. Просто по факту то, что она делает у меня на странице. Я считаю, что если она обзывает меня, это не дает мне повод и возможность обзывать ее. Я просто по полочкам объяснила, что человек делает. Моментально она меняет фотографию свою на какую-то картиночку. И прям сразу же удаляет все свои комментарии под фотографией. Прям сразу. Я не знаю, как она нашла все свои комментарии. Взяла, удалила все. В общем, я не знаю, я прям так понервничала. Время уже было, наверное, 2 часа ночи. Я потом долго прям не могла заснуть. Задело это как-то меня. Зачем обзывать всю национальность кавказских девушек обезьянами? Я вообще открою вам секрет, Ирина. Все мы произошли когда-то от обезьян. Нельзя человека оценивать и осуждать по внешности. Я, например, в ТикТоке подписана на парня. Он гей, и он как бы красится и делает образ девушки. Не знаю, как это называется, трансгендер. В общем, такой милый человек, реально. Я вот, когда его прямые эфиры смотрю, всегда ему что-то, вот какие-то комплименты напишу. И не потому, что, знаете, у тебя там, не знаю, 30 тысяч подписчиков, а у меня больше, я тебе не напишу комментарий. Нет, мне вот искренне просто нравится он, потому что он такой простой, он такой... Мне, если честно, не нравятся представители ЛГБТ, вот такие манерные, да не только представители ЛГБТ, вообще девушки там, не знаю, когда они вот строят из себя таких вот крутых чекуль, вот это я не люблю. Будь простой, будь такой, какой ты есть. Ну, в общем, к чему я это все? В общем, ему из-за того, что у него прыщавая кожа, извиняюсь, проблемная кожа, акне, столько говна пишут в прямом эфире, и ты просто поражаешься, какие же люди жестокие. У него и так, и, наверное, комплекс из-за того, что у него настолько проблемная кожа. Так еще вы накидываете. Ну, это ужас же. Его зовут Максим, может, вы видели. Он там макияжи делает, переодевается под девочку. Небольшая у него аудитория, но такой, знаете, искренний парень, мне понравился. Не люблю обозленных на весь мир людей. Если даже такие есть, пожалуйста, не ставьте аватарки. Вот нам страшно жить в таком мире, когда взрослые люди в возрасте моей мамы пишут такие гадости, такие националистические комментарии. Я просто офигеваю. Я не хотела вообще об этом говорить, потому что в прошлом видео уже говорила про хейтеров. То есть каждый раз говорить, что вот меня хейтят, это как-то тупо. Замнем эту тему. Ничего. Кушаем дальше. У меня со вчерашнего дня начали расти зубы мудрости. Это так больно. Я в свое время носила брекеты, и меня стоматолог предупреждал, что когда у меня будут расти зубы мудрости, то тогда как раз-таки могут быть искривления зубов. Если так будет, возможно, путем операции придется как бы оперировать и вытащить эти зубы. У меня внизу они растут,
боль просто адская. Я пью сразу обезболивающее. Обожаю обезболивающие. Обожаю. Это самое любимое лекарство всей моей жизни. Просто выпил и чувствуешь себя как в раю. Некоторые девчонки, кстати, не верят, что я похудела. Мне кажется, у меня по лицу даже видно, что я конкретно похудела. Вот, но также я в историю выкладывала, как я встаю на весы, и там 57, по-моему, с чем-то. Или сколько там было? Да, 57. Но я утром сегодня взвесилась, 56 с копеечками. Я думаю, нормально. Если я просто буду, не знаю, плотно кушать 3 раза в день, я вот похудею нормально. Если я ночью не буду есть по 30 конфет Тофикс, то проблема решается. Как же вкусно, ребят. В общем, надеюсь, что эти зубы мудрости не испортят мне все остальные зубы. Потому что я 3,5 года носила брекеты. Это было ужасно. Это были худшие годы моей жизни. Брекеты постоянно натирали мне губу. У меня губа с внутренней части, она вся разорванная была. Просто ужас. И наконец-то у меня более-менее ровные зубы. И сейчас начнут расти зубы мудрости. Все это пойдет наперекосяк. Не хочется, конечно, такого исхода ситуации. Короче, я закрыла комментарии под видео с макияжем и решила, что макияжа я больше снимать не буду. Нафига мне оно надо? Закрыла страницу. Вот как раз таки поэтому я не открываю страницу, чтобы такие тетеньки, мимо проходящие, не проходили, не оскорбляли, не портили мне нервы. Закрыла страницу, не надо мне оно развитие. При открытой странице, например, видео с макияжем сразу набрало 30 тысяч просмотров. А когда закрываешь страницу, следовательно, только твои подписчики могут видеть твои видео, поэтому оно не залетает в рекомендации в Инстаграме, поэтому это не очень выгодно, но да ладно, самое главное наши с вами нервы. На этом все, ребят, было очень вкусно, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех целую, люблю, обязательно подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно, всех люблю.